Πρώτο να χάρισα, πρέπει να στα ρεβελιόν. Сейчас по правой стороне море, по левой стороне старинные здания. Но тут к морю все уже новое настроили. Ну и в сочетании со старыми домами. Людей очень мало, потому что сегодня суббота. В субботу люди в основном все сидят дома, отдыхают от тяжелой рабочей недели, которые религиозные, все идут в Бейт-Кнессет, в синагогу, молятся. Вот. Но едут на море некоторые, еще боятся все-таки вируса, едут в лес на пикники. Ну, пока что еще рано. Здесь он напоминает Одессу. Когда на привоз приезжаешь, вот это сирень израильская, и вот там вдалеке море. Даю вам возможность послушать израильскую музыку. Какая-то группа поет. Там порт видно. Красным цветом цветет жакарда. Это итальянский госпиталь. Вот еще цветет жакарда, но она еще только-только начинает цвести. Чуть позже будет.